Книга «Открытым оком», третий том, тема «Богослужение», вопрос 970. Почему у православных от сотворения мира до Рождества Христова 5508 лет, у католиков 4404, а у евреев вообще чуть более 3000 лет? Как посчитали годы и почему у всех по-разному? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Сохранились разные переводы Библии у разных народов, и там оказалось указанное количество лет жизни людей, праотцов разное. Есть синайский манускрипт, манускрипт Безы, часть библейских манускриптов по гекзаплам Оригена. Не следует отдавать чему-то определенному предпочтение. Эта цифра, это исчисление не влияет совершенно ни на что. Псалом 89:10. Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходит быстро, и мы летим. Кто-то начнет оспаривать, что на севере живут меньше, а на Кавказе дольше. 2 Петра 3:8. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. В этом даже не следует искать и единообразие, как и в единицах измерения веса и расстояния. Длина года сегодня у многих народностей не одинакова. И это не следует оспаривать, и в разное время у многих Новый год. Научитесь сами ценить свое время, настоящее. Вот что главное. Ефесянам 5:16. Дорожите временем, потому что дни лукавы. 2 Коринфянам 6:2. Ибо сказано: «Во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе». Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения.